признался в убийстве. Житель Маркса Николай Шитенков пошел на сотрудничество со следствием. Напомню, мужчину подозревают в том, что он расправился с 6-летним пасынком, после чего спрятал тело мальчика в сарае. Его удалось обнаружить лишь спустя 3 недели, когда мать убитого ребенка связалась с полицией. Подозреваемого задержали 2 дня назад. В отношении него возбудили уголовное дело. В ходе допроса Николай Шитенков решил дать признательные показания и рассказал об обстоятельствах преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время следователи предъявят ему обвинение.